сейчас мы с Эльдарчиком попробуем сделать, подожди, зайка, конвертики с сердечком. Мы взяли листок бумаги, нарисовали пол сердечка и согнули пополам, чтобы оно получилось ровное. И сейчас мы его вырежем. Вот так. Эльдарчику нравится резать бумагу? Да. Видишь? Да. У тебя хорошо получается. Получится конвертик. И мы туда положим сюрпризик. Да. Классно? Да. И папа придет, ты папе подаришь. Согласен? Нет. Сам хочешь сюрпризик себе? Да. Вот, мы вырезали ровненькое, симметричное сердечко. Сейчас мы из него попробуем сделать конвертик. Нам нужно согнуть нижнюю часть. Вот здесь пока порисуем. Так. И согнуть боковые части. Итак, мы согнули две боковые части нашего сердечка и согнули нижнюю часть сердечка. А потом мы его складываем вот так. И наш хвостик сердечка становится крышечкой конверта. Сейчас мы смажем клеем наш конвертик, чтобы он держался хорошо. И с другой стороны. Вот наш конвертик. Сзади на нашу крышечку прикрепим сердечко. И это сердечко закроет наш конвертик. Его можно делать и из цветной бумаги. А здесь мы напишем, для кого наш подарок. Держи фломастер, попробуешь написать. Держи. Это будет папе. Пишем букву П. Скажи П. 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 Пишем букву А. Говори. А. А. Что получилось? П. А. Па. Опять пишем П. И букву Е. Папе получилось. Папе. И нарисуем парочку сердечек. У нас получился конвертик самодельный. Очень легко его сделать. Мы написали папе. И сейчас мы внутрь положим для папы сюрпризик. Thank you.